Ну что, я поздравляю вас с победой. Скажи, какой был настрой изначально перед игрой? Готовились ли, что может быть, скостили серия после матчевых? Ну, готовились, конечно, к победе, но понимали, что с Кастильо будет играть совсем непросто. Но мы играем в такой же футбол, как они. Вот, поэтому знали, что будет равная игра. Но надеялись выиграть, как бы так и получилось. Какой-то анализ прошлогоднего матча такого же полуфинального проводился? Нет, ну, как бы Кастильо, она сейчас совершенно другая. Играет по-другому. В прошлом году у них был Руслан Магомедов, который решал половину эпизодов. Вот. Сейчас есть другие хорошие игроки, поэтому на тот матч, который был в прошлом году, вообще не смотрели. За счет чего, как тебе кажется, после первого периода не удалось удержать отставание от команды, наоборот? Ну, за счет собственных ошибок. Они очень хорошо разыгрывают ауты, угловые стандарты, это их козырь. Они это показали в 1-4 сейчас, поэтому мы были готовы к этому, но все равно ничего не смогли с этим поделать, поэтому и 3-3 в счет. Как твое личное ощущение было, когда выходил на этот решающий штрафной на последней секунде? Да никакие, я знал, что я забью, позиция была хорошая. Я посмотрел, где стоит вратарь, оценил как бы все. Плюс у меня была вторая попытка за счет того, что они помешали пробить. Он чуть-чуть сдвинулся влево, и я уже понял, что буду целенаправленно бить влево от себя, вправо от него. Ну и как к завтрашнему матчу? Будет ли какая-то подготовка, или сегодня просто отдохнете, завтра с чистой головой выйдете? Ну да, именно так и сделаем. Сегодня хорошо отдохнем. Надеюсь, не до 2 часов ночи выспимся, и завтра приедем с новыми силами. Знаю, что Бонч, как бы там половина моих с университета с моего играет, с лезговца, да. Они играют в настоящий пляжный футбол, поэтому то, что они дошли до финала, ни для кого не было сюрпризом, вот, ну, для тех, кто знает. Будет тяжело, но если у нас подъедет вратарь, который также играет ногами хорошо, как Али, то я думаю, что будет равная игра и решит буквально мастерство либо наших игроков, либо их.